Четвертый год подряд Чуваши участвует во всероссийской акции «Ночь искусств». В музеях, театрах и библиотеках республики прошли выставки, спектакли, мастер-классы, встречи с деятелями искусства. В духе революции – так назвали тематическую площадку в Национальной библиотеке. Она объединила несколько направлений. В приоритете оказалось искусство революции или революция в искусстве. Ученые, историки, искусствоведы, студенты в формате свободного микрофона обсудили самые яркие проявления творчества тех далеких времен, будь то поэзия или живопись. Факты и события столетней давности по-прежнему вызывают глубочайший интерес. Мебель, книги, плакаты, старинные банкноты, значки. В этой комнате вовсе не музейные экспонаты. Это личные вещи людей, захотевших поделиться семейными историями. В них целая эпоха, революционный дух прошлых поколений. Библиотекарям удалось воссоздать комнату в духе 1917 года. Особо любознательным посетителям предлагали пройти квест. Владимир Ильич просил передать. Даются маленькие бумажечки, по которым мы должны найти подсказку. В книжках, то есть должны везде ходить по кабинету, искать по углам. Это очень интересно и захватывающе. Это, мне кажется, очень нравится молодежи. Дух того времени ощутили и дети. На площадке под названием «Октябрята» ребята учились делать бумажные красные цветы, как необходимый атрибут революционных демонстраций. Мне было интересно делать гвоздику. Это значит символ революции. «Ночь искусств» завершилась концертом «Светлое настоящее». Группа «Случайный бенд» исполнила песни о простых человеческих ценностях и о том, как легко жить и дышать в мирное время. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Расиль Мухаметов, Республика.